Ничего делать, у меня рука слабая. Лонох ве яд халша. Как вы сейчас не играете? Я не занимаюсь, я... Ле менагенет ахшав? Я просто работаю в школе. Меламедет, учите, да? Да. Видите, он левой рукой держит эту скапулу, чтобы она не двигалась, и правой проверяет это движение. Акани. И он просит, чтобы только расслабилась она, чтобы она сама не делала ничего. הכאב שיש לה הוא באזור של הקליק הזה, של איפה שעושה לה את ה... יכולים גם כי אתה דביץ, אבל שום שום... לא, היא עושה לך איתי, היא לא רילקס, היא עושה... לא לסוס. Ну да, это не болит. Нет, она устает, когда на обратное движение делаю, любые. То ли плохо, то что там мою. Не двигайтесь, расслабьтесь. Это уже пенис. Раз, два. Расслабьте руки. תגיד לה להחזיק את היד פה. דרשית סילנה. סילנה. רגע, תקשיב. להחזיק את היד פה, תגיד לה. דרשית סילנה. עוד פלקאית דרשית. לא כואב כלום. ניצ'ו יבלי. צ'וט-צ'וט תם. Толкайте, толкайте. Давид, я забыл. Руку к животу. Мы ставили крыловидную лопатку. Говорили, что новую блокаду хотели сделать. Но, в общем-то, я побоялись. Кибла? Не сумасть лосу. А? Новокаин лосу. Мануальную терапию вам делали? Много раз? Да, много тогда, когда вот не болела. Что-то еще, правда, стало хуже. А тут есть мануальная терапия. Вы, наверное, мануальный терапист, нет? Вы что делаете, какую терапию? Массаж и по травме травматолог. А, травматолог. А мануальной терапии никого нету? Кто делает мануальную терапию? Должен подойти. А так мы же пришли танцоров смотреть. Сейчас подойду. Нет, подойдут. По времени. 15 уже будет, 15:30 уже машина. Шмель уезжает. А в 12 часов они поедут в 12. Когда еще на степени, что у него ужасно влечет. Его не отпускают чистые курсы или дети. Он давно уже как-то будет брать. Вот я бегаю в тебя. Это что, ему еще надо пообедать? Нет, они свет, потому что она через 2 часа. Кто? Кто-то никуда же кое-то? Нет, они наверное, что вам показались. Да, 2 часа победили. Там вам делали много ультразвука и прочее. А что там делали, я прочее? Нет, ручку. Мне делали мануали, то есть меня ломали в разные стороны. Ломали. Физиотерапия не делали ничего. Не поняла, а другие мы никаких нельзя было делать, ни массаж, никаких процедур. Изобретили это? А у них полностью вся, она растекалась. Она не реагировала на малейшее, вот чуть-чуть в своей линии тепла. Даже вот предлагали мне в институт ложиться, как исследовательский. То есть у меня всегда разница. Ну, вдруг нет тепла. Выходит на том, что и кончилось.
игре, у нас вся покрывалась. Лицо внизу. Тут для вашей. חופשי, אי חופשי, תגיד לה. רשלבי, טוב, רשלבי. זהו. האזור שכואב לה, תשאל אותה, אם האזור שכואב לה הוא פה, או שהוא פה. גימה בלית, פירווה לפטרויה. לא עכשיו, שאני לוחץ בדרך כלל בנגינה. בסדר, גימה בלית, פירווה לפטרויה תושקי. איתה אילי יקשת, בולשה. Где вам? Нет, еще раз, можно нажать? Вот вам тоже. Вот вторая. Вот вы видите, что он уже 10 минут, и он ничего не говорит. Если пойдешь к самому знаменитому ортопеду в Америке, он за ровно 10 секунд тебе скажет, что у тебя есть. Ну, максимум займет 20 секунд. Он сразу скажет. Он так вот даже не потрогает. Он так посмотрит на тебя, на твой рентген, и скажет, у тебя это есть. Закрой дверь. Потому что ортопед в Америке в час видит 10 больных. И за этот час ему надо не только посмотреть, надо написать тоже. Это самое главное, написать на бумаге. Шмель, мы имеем возможность долечивать после ваших товарищей. Да. אני רוצה להגיד להם שברור שהבעיה פה היא משהו של אובריוז. אני חושב שהוא נהיה פרובלמה תשוב נובו אובריוז, אתה קח את הטופר את אובריוז, קח את ה... נו, זה לא גם דיאלו אותו שסמה. למרות שהיה פה, כבר התחיל פה איזשהו כאב, המשיכו לנגן, ויש פה בעיה שהיא על רקע של שרירים. אני חושב שזאת מושלשני פרובלמה. שהיה פה... מה שנקרא, היה פה איזשהו טנדיניטיס אקוטי שהפך להיות... שהפך להיות עם הזמן... כרוני. כל הכתף הזאת כבר עכשיו, כל השכמה, בגלל זה היא... היא חורקת, היא... פתאום אתה משהו יותר סלישן, אתה עושה את זה. זה... צריך ככה. צריך, יש פה הרומבואידים, יש פה שרירים שהם מחברים את הסקפולה עם עמוד השדרה. זה רומבואידי מסס, כתורי דרשת סקפולו, היא את הפזוונוק.
צריך לעשות איתם, ללכת עליהם, קודם כל ללכת עליהם בפריקשן. Видите, как это надо делать, это опять эту friction на эту мышцу. Видите, как движение. Самое главное же направление. צריך להרגיש, להיכנס בתוכו, להרגיש אותם. Надо эту мышцу там внутри чувствовать. להרגיש שאתה מגלגל אותו, קצת את המוח. עמוק, לא, לא סופרפיש, לא. Но очень глубоко надо идти, надо глубоко идти. זה די כואב. Это уже должно болеть. זה, רגע, חופשי. רסלבצ'י. צריך שם להגדיל את הסירקולציה הדמית במקום. Чтобы улучшить это кровоснабжение там глубоко. כי יש שם כבר הידבקויות. Потому что там уже есть очень большие, как это, уплотнения. וצריך לאט לאט. Медленно это надо растянуть. כאילו לעשות שם שטפי דם בתוכו, אני עושה אותם עכשיו. על ידי זה שאני נכנס לעומק, אני עושה, עכשיו זה יגרום לזה שיש שם יותר אספקה דמית גדולה יותר. אחרי כמה פעמים הכאב, לא יהיה לה כזה כאב כבר בטיפול. יהיה אפשר להיכנס הרבה יותר עמוק בלי כאב בכלל. И можно будет зайти все глубже и глубже, потому что это будет меньше. А это ваша специальность? Ну вы сказали так, нет? Вы работаете тут, да? С маленькими, с детьми. В академии танца. А как это... Андрей, в Нью-Йорке танцует, Андрей... Ты шарота, им баяд. В руке, чувствуете что-нибудь? А? Я, хим рыша баяд. Баяд, ма, кейлу, ма, кев, ба... Хим рыша, но фелет, яд, но фелет. Шаяд бзе. Есть агам бая по, ба инфраспинатус. Это другая, это, понимаете, интраспинатус мышцы, которая... Им не лохец, ахшав по, и... היא מקבלת כאב בה... פולוצ'יית, אתה נשמעת רוקי, אני חושבת. גם פה צריך להיכנס... לראות איך זה... רואים איך זה קופט. צריך לראות... תגיד לה רק שיסתכלו על היד שלה, היא קופצת. היד, אני מקפיץ אותה מפה. תביא את זה, רוקת ויגיצה. עוד פעם ויגיצה, רוקת ויגיצה. זה בגלל שמחזיקים את היד הרבה זמן. Это все потому, что держим руку в такое не очень удобное положение. Ведь это махзик пикоах, это не тлак по, все по далекет в маком. Цех, ахре ши гумрим та типул, лиштамеш бекерах. После этого, понимаете, вы делаете лед или нет, никогда тут не делать лед. Это очень важно делать после процедуры лед, массаж льдом. אחרי שנכנסים פה זה עושה היפרמיה? כן, כי פתאום אתה בשעה היפרמיה, נעדה לדום, נמשכו ספוקוי. צריך להרגיע את זה בזה. קרח בכלל זה טיפול שאנחנו משתמשים בו די הרבה. ובשה, לוד ותות ניפול זה, נת? Мы очень часто пользуем лед. В институте курортологии сейчас даже такая методика делает артрозы. Они кладут заморозку, два буквально электроды, потом замороженные эти электроды делают гальванизацию. Гальванизация с макерах, есть маком, но по. И вот артрозы, у них хороший результат. Есть афилу массажи, им шоусим бекерах. Лухим хатиха керах, отфим ота бе... Это очень важно, да. Бе-де, им за маком мекоми. А вот это обкладывается или быстро растирается льдом? Это всякие техники. אפשר אפילו פה לוקחים בזה ועושים מסאז' על ה... ככה. Это стаканчик, это самый бумажный фризер ложим, да, там заморозим, потом это стаканчик, да, бумагу отрываем, да, и делаем массаж. На это место, где работал пальцем, надо делать. Это что делает тебе мануальная терапия? Хрустело все время? Вчера я уже. Вы зазвали Бога? Беседа, да? Это цех лифтох это. И ква совелет в деко кахар беши, и ква кула... Она уже столько много лет страдает, что у нее там уже все зажато. У тебя нет? Я еще больше. Больше? Mm-hmm.
вдох, выдох. Вдох. Скажи, жизнь прекрасна на выдохе. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна еще раз. Жизнь прекрасна. Все, видишь, будешь жить. Счастливо и богато. Понимаете, такие хранили пинки и пинки. Очень будет все хорошо, я больше не уверен. Это уже много времени, это нужно начать ми эфес, ливнот ута, цех ливнот ута. Не переживайте, может, будет все хорошо и так. Так есть танцоры или нет танцоров? Пока они не подошли. Ну, только я понимаю, так что мы будем вдвоем танцевать? Да, я не делаю. Мы до пора гданим, так бы оно рогданим. Звонили, чтобы там сказали, что было, но ничего не говорят. Они не поднимаются, но вот наклонить их надо поднимать, я их не чувствую вообще. Ну а по хирургии есть какие-нибудь балетные есть хирургии? Я решила показать музыкантов только после, чтобы они посмотрелись после танцора. Мало умершу, вы охуляли. Но вот видите... Что ты можешь поднять? Подними. Это не идут. Выпрямил. Арзик. Так держи сильно. А где ты работаешь? Я учусь в консерватории. Много лечился уже? Нет, никогда не лечился. Так я не понимаю, 5 лет уже тебе болит, никогда не лечился? Ну я могу играть, но... Хуменоген... Ифтох. Раскрой. Сильно держи, сильно. Сильно. Да, плох, робы кох. Не силы. Изгол. Зажимай. Есть покоя? Ты хуменоген. Алма умитлонен. Так что ты играешь, что ты жалуешься? Мне приходится пальцы под инструмент заворачивать, чтобы был толчок. Я не могу совершить плавное движение. Покажи движение, которое тяжело тебе делать. Вот такое вот. Ну, то се, ну. Делай. Да. А сейчас, что он делает, что ты чувствуешь сейчас, когда ты делаешь это? Вот здесь вот неудобство небольшое. Неудобное, лоно, хлопо. Азрега, кшиусет, мама фриало, мафриало шоу. Что мешает тебе? Кшиуло я хола сот эдзе, ошек кшиусе эдзе, ешло бая по. Когда, что тебе мешает? Когда ты делаешь это, ты чувствуешь проблему тут? Да, да. Да. Кадамну. Тагило шиасе кцат каха. Делай. Ну как это ты не лечился, если такая проблема? Я научился хитрить на их стороне. А почему пришел сегодня? Почему ты решил прийти сегодня? Потому что с возросшими требованиями я не справляюсь. Отдохни. Ты еще учишься? Да. На втором. На втором курсе.
Если Ельцин, мы не здесь. Если как это я. Держи сильно так. Кое вношу. Болит что-нибудь? Нет. Да, нет. Потом. Сейчас толкай сильно. Беседы кому? Кое вношу. Не болит что-нибудь? Нет. Не болит. Яхзи каха. Держи сильно. Кое вношу. Болит что-нибудь? Нет. Нет. כנראה שיש לו פה... פה כואב לו? בליטות? דה. נו נמנושקה. כגדה נשמעות. בליט... מתי אתה לוחית זה כואב. אבל זה מה שמציק לו, זה כואב לו, אתה שהוא מנגן? אתה שאול במשאית כדה תגרעיש? ניפון. אתה תבא משאית כדה תגרעיש? דה. זה כואב לו, כשהוא מנגן? בהתחלה או אחרי שכבר... נצ'אלי לי פתאום הוא שכדה תגרעיש. פשו ורימה. Колзман? Колзман, колзман. Есть того... Есть много перах, есть что-то такое? Есть того, есть того, есть того. А вот супинация, пронация? Есть того, колотно, вот, есть того. Что-то, знаете, конечно, себе... של ה-common tendon, של של האצבעות האלה, הוא עושה הרבה עושה הרבה לחץ עם האצבעות האלה, ולכן יש לו קצת, יש לו גירוי במקום הזה, וגם צריך לעשות פה, לשחק עם ה... לעשות פה פריקשן על האצבע, על הטנדונים. ופתאום, פריקשן, ככה אתה פורס, מה פריקשן הוא דלת? פריקשן, נראה לי פורוסקי. ללכת פה יש לו טנדו וגינית של האלה, של האצבעות האלה, צריך... יש לו נביא נקאו נאות טנדו וגינית דווח את הפלצב פיאטם או צ'טוורטו אפשר לעשות אולטרסאונד פה על ה-common tendon. איזה אולטרסאונד, אולטרסבוך חרשו בדיילת אימו. זה, על ה-common tendon. לקרר את זה גם, שהוא לבד יכול לקרר. אותו שעון סם דוז'ן דיילת לוט. כל פעם אחרי שהוא מנגן, אחרי שהוא מתאמן, אחרי שהוא... כל שכדאי יגרא יש. שהוא זה, לקרר את זה. דיילת שזה אני דיילת? נהיה. Да, это всегда. Это, между прочим, очень странно, потому что в Америке это уже очень много лет это все делает лед, лед. Сразу после игры? Всегда после игры, после всего, лед. Это есть книга, я вам пришлю, киротерапия, так они даже называются. Это не выглядит, что ты не можешь играть завтра концерт Моцарта для кларнета и камерного оркестра? Нет, именно не может. Моцарта не получится. Моцарт не получится, он не любит Моцарта. Ну не выглядит, что ты что-то не можешь играть. Ты так, потому ты играешь? Я играю, но это... Ну так чем вот ультразвук после игры делает тогда лед, и ультразвук, и эту мануальную терапию. Окей? Ну, так что у нас на этот танцор? Приду, приду, сейчас. Тут еще посмотрите, с оркестра, ведущий припачка. Научилиска. Научилиска. Вы вчера играли? Нет. Вчера выходной был. А, вчера я играла. Бал-маскарад? Нет, да. Позавчера, нет, значит. Позавчера. Тоже выиграли. И сегодня бал-маскарад. Сегодня тоже был. Будет. Вечером бал-маскарад. Фимина Генгамхаев. Так вы в порядке, если вы играете? Меня пригласили, поскольку сказали, что сегодня будет большой специалист. А так что вам болит? Большой специалист, поскольку я прихожу в этот кабинет очень часто, я работаю в театре уже 30 лет. За 30 лет у меня, конечно, наверное, все-таки уже перетруженные руки, у нас не только у меня, у всех. Извините, что вам сейчас болит? У меня что болит? Сейчас вам скажу. Вот эти суставчики. Это все время болит вам? Это, знаете, утром встаю, когда... Вот бабокер поевла. Ну, вот сейчас вам болит что-нибудь. Сейчас ничего не болит. А к шафло поевла. Играю, играю я свободно. Это у меня авария, эксцидент. Ну, это было, да. Давно это было? Это 2 года тому назад. Вот здесь вот. Вот это вот, вот суставчики, вот. У
кого вы учились играть? У Остроповича. У Остроповича. Он умеет играть. Наверняка вы тоже умеете играть. Я его слышал. Филандация Ростроповича. Да, вот это болит. Такое. Это что болит у вас? Наконец, мануальный терапевт пришел. Вот именно этот пальчик. Такое влахиарбе. Это самое большее болит, да? Да, да. Вот утром он у меня плохо сгибается. Я делаю зарядочку. Так не больно, ничего не больно, но... Вот я понял. И, У вас медленно начинается артритис. Иногда у молодых женщин начинается артритис, вы знаете? Артритис, да? Артрит, да, артрит, да. Артритис. Он говорит, что в 20-летнем возрасте, а вам уже 25, наверное. Так это уже... Еще нет. А извиняюсь. Еще не исполнилось. Вот и здесь тоже. Вегам, яхон. Бедюк, то же самое, уже начинает. Матхил по ксат артрити сила эцбаот. Вы мали гид лан малесо. Накама и рега. Ты да? Ло хашу. Ло, ло хашу. Гавин. Так вот сейчас. Здесь нет. Ну, вот этот пальчик. Ну, этот у меня травмированный после аварии. Здесь тоже нет. Вот этот пальчик, вот особенно. Вы же держите, как вы держите? Это смычок. Да. Я смычок. Это я знаю. Это у меня смычок. Ну, иногда вы меняете с руками. Ну, если только кто-нибудь другой человек может поменять. А сам нет. Вы знаете, играть мне не сложно. Когда я играю, я не испытываю. Иногда вот здесь, вот этот сустав. Иногда схватывал. Какой начинается, сколько я играю на челе, каждый раз я лечусь. Хорошо. То потому вы еще играете? Понимаете, להמשיך לנגן. Потом у меня еще такая конституция рук, они у меня мягкие. У меня благодатная для скрипки, для виолончели. Они мягкие руки. Может быть, поэтому еще, так сказать, у меня техника и все, так сказать. Я думаю. Все это нормально еще. Но вот... Но здесь, да, возможно, больше разработана рука. Вот видите, у меня вот здесь. Да, потому что лево у вас по-другому делает, чем. Окей, по есть ксат по больно. Больно, я да больно. Есть по ксат артритис ба. Тут больше артритис. И цриха, גם האצבע הזאת, אין לה extension מלא. У меня уже начинается ограничение движения. Царих и цриха летаргел. לתרגל, לקבל טיפולים ולתרגל. או, תרטק, да, תרטק. Я так делаю. לא בכוח, לא בכוח. יש סילה, не надо для силы. Нет, я сначала разогрею. לא בכוח, ככה, בבוקר, צריך פשוט לעשות, ככה. Ну, вы делаете это, да? Делаю, делаю. Кола, לאט לאט, ככה. Утром, לשחק. Вы нас учите. ככה. Кола, кола. У меня опыт. פשוט. פה בפרק הזה מתחיל פה קצת, ויש פה זה. יש פה... פה בפרק הזה צריך לשמור עליו, לעשות לשמור, שיהיה לו... לשמור תנועה. טוב, סילנה נינת, אתה יהיה אגרסיין. לא, בפה, כי צריך לנגל לך. לא, לא מפריע לה. בבודי אגרד. וכל ה... צריך לשמור, רק לשמור פה על התנועה של המפרקים. делайте упражнения, делайте хорошо, играйте и приезжайте в Нью-Йорк, в телевизор, удовольствием, вы хорошо, это самое хорошее оркестр. В Нью-Йорк оркестр или в Нью-Йорк? Он в телевизоре, я в Нью-Йорк, а оркестр, нет, дай бог, что я мог вас в оркестр строить. Мы только что из Нью-Йорка, только что были в Карнеги-Холл играли. Дирижер был такой, странный дирижер. Фиранец, Петр Фиранец, он наш главный дирижер, почему-то странный. Фамилия не русская? Да, это он чех. А он чех, да. По контракту работает. Прекрасный дирижер. Да, да, я видел, я не был как раз из Так что мы только что из Нью-Йорка. Да. Русскую программу играли. Русскую программу, да. Спасибо большое. Вам спасибо.
Здравствуйте, пожалуйста. Это ведущий артист театра «Ромэн», единственного театра в мире, который и поет, и танцует. У него проблемы с поясничным отделом позвоночника. Тут радикулит. Но танцует, вы сами понимаете, да, какой-то да. Цыганский зажигательный танец. Так что вы нам сейчас надеете? Вот можете, да. Прям сейчас раздеваться? Конечно. Ну, колесо. Ну, я делаю. Ну, колесо. Ну, это как я? Да, да, да. Прямо напротив. И я там делал сартомальтали и, ну, не знаю, подсказнулся, и имел травму, поэтому вот... А травму как? Ну, вот помните, черный даже пятно было такое же. Малыха? Я не... Ну, а? Клипа. Ну, где? Да, и была травма. И вот наши врачи спасли, все нормально. А как фильм был сухой? Да. Это все в порядке, молодцы, поздравляем. Не, ну все равно болит, я вот раз в год к ним прихожу, они делают мне массажи, там электрофорезы разные, да, как это, да. И опять я иду, работаю. Спасибо. Поэтому у нас шикарный врач, мы ею очень довольны ей. Она и мастер классный, и красивая женщина. Вот, и любит романс «Твои глаза зеленые». Да. Я понимаю, что американцы в наших романсах ничего не понимают. Ну, они, кроме очи черных, ничего нет. Давайте очи черные. Одну секунду, давайте таким образом. Да. Приведите его. Пусть разденется, посмотрит спину. Уникальность. Давайте. Явление. Шаляпин. Да, нам твои глаза зеленые. Ну, в порядке. Нет, я пришел к ней на просмотр. У него боли в пояснично-крестовом отделе позвоночника. Ну, это была травма, да. Даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Браво! Браво! Ой, влапо. Болит он там? Ну так, аж чувствую ее. Бабиша. $50? Кто может платить? У вас много людей, платят $50. У нас, я уже не знаю, куда их выписывать. Слушайте, мы хотим приехать. Вот, Слав, за мешами $50 без шлетипулька за это. Она там мухала воля вот. То она тоже улыбается, мы готовы приехать работать. Где этот главный врач? Принимает на тут работать? Тихо, не сообщайте, мы так кондерчатская. Мы сочи, как плохие, $50. У нас дом, вот дом, да, сеанс.
будет доктор плюс осмотр врача. До второго мы уходим. Значит, в городе, берем дороже. Я не понимаю вас. Что? Я не понимаю, что это, какие поэтому, цены? Поэтому какие? Я так думаю, вот эта девочка, она плачет в Норвежске, поэтому вот она больше не доверчилась. У нас еще дикий рынок. Вот эта девочка? Да нет, это я про себя говорю, наши цены. Будем сколько ваши цены? Ну, 35 долларов. Так подождите, так как это сравнить эту работу с этим, с вашим аналитиком? Можно сравнить эту уровень? Можно сравнить? Как это можно сравнить? Я не знаю, как можно. Ну, вы же видите, как это двигаются руки? Нет, у нас есть хорошие. Я сейчас объясню. У нас есть очень профессиональные аналисты. Значит, вот в нашем лечебном учреждении, кроме стандартной методики, которая принята была в Советском Союзе, когда человека берут в штат, и он работает, у нас есть, наверное, в другом нет таких лечебных учреждений. Мы можем взять любого специалиста, любого уровня, и мы с ним заключаем договор, и мы платим конкретно оговоренный процент от того, что он принял. Поэтому мануального терапевта, или еще как у меня есть там по методу Фоуля работающие вот люди, очень высокого эндокринолога, кандидат наук, который делает уникальные вещи. Вот. А они у меня, то есть с учетом степени, они работают. Я не видел, я верю, но только сказал, что я в Америке такого специалиста не видел. Я не говорю про себя. Нет. Я говорю, как это я. Ну вы видите, если тут у вас есть лучше, так я очень рад. Я не рад, говорю лучше, я не сказала. Даже лучше, если похоже, так я как-то я верю, но пока не увидел, как это мне тяжело понять, но я верю. Я верю, но мне тяжело очень, потому что тогда вы идете вперед на 20 лет в Америке, не только в ракетах. Я, к сожалению, 3 часа. Следующий приезд. Ну, координаты есть. Я бы хотела спросить, а если я буду в Нью-Йорке? Да, а я вам дам, да, пожалуйста. Потому что, к сожалению, вот у нас сейчас прервался договор, у нас был с Колумбийским пресвитерианским госпиталем договор, и наши врачи летали туда на стажировку. Я должна была лететь, и договор прервался. Ну, я надеюсь, будет еще какой-то договор, потому что мы регулярно. Да. Что-то стажируемся, учимся. Они работают совершенно по-разному. А вот почему я их взяла двух раз? У них методика работает. И вот так, как вот работала на кисть эта женщина, у вас работала? Работают, но не совсем так. Вот я хотела, чтобы они пришли, но они сказали, мы уже делаем это. Слушайте, вы скажите, предайте, что я сказал, что не может приехать завоевать Америку, потому что в Америке нету таких специалистов. Понимаете? Вот нету. В следующий приезд я вас приведу, вы посмотрите. У меня есть в Москве, я знаю еще, их очень мало таких классных. Много работают группа, очень группа. Вот. Есть в Москве вообще один совершенно уникальный парень. Он, у него отец, ответ профессор. Он начал, закончил наш институт в Москве, потом здесь много работал и уехал в Италию. Пока он жил в Италии 7 лет, он ездил на стажировку. Кстати, он кого-то учился в Израиле, я насколько знаю. Он учился во Франции, в Италии. И вот он у нас месяц работал, мы с ним в цене не сошлись. Его наша цена не устроила. Вот он месяц работал, я не могла работать в Армении. И я на себе пробовала. Методика очень интересная, очень, он работает просто супер. Он не захотел, он вернулся сюда, в Москву, он сейчас работает в Москве, в ЦИТО, в Институте ультрамагнитного. Есть отделение, если вы знаете, раньше нервное название. Да. Вот он в этом отделении сейчас работает. Мануальный терапевт? Нет, он вообще переносчик хирург, плюс мануальный, причем реабилитолог. Все при этом желательно идти к нему, спорту, тренеру.
Это, а это уже может по 50 долларов, но ну, местные. Местные платы дорогие, как те. Как раз она стремится, чего это. Да, да, да. Тем более, потому что это не то, что я привыкла, что в Советском Союзе. Да, да, да. Да. Для дипломатов у нас прям так дешево. У нас вот мы все равно получаем те же дипломаты, какой страховки всякие иностранные, вы получаете деньги? Либо мы делаем так, они оплачивают, я заполняю страховые полюса, и это уже защищает. А, мы уже закроем, потому что мы, знаете, мы должны ее это самое перевернуть. Показать. Мы хотели посмотреть, что тут есть. Тут выходит, что мы это самое вроде хотим показать что-то. А почему мы... бы не обменяться? Нет, нам посмотреть. Кое-флакон. Сейчас вам болит сейчас? Я подвернула. Не как это, как давно? В воскресенье, но это четвертый раз. Пам реви или в нее май мне жала нека. Пам реви их после жала нека? Чего же в течение сколько времени? Двух лет. Ну да. Полтора года. Полтора года. А пам охрана в тне кама змана я нека? Последний раз было в воскресенье. В нее май пам охрана. В нее май? Да. Где мать мафрия лахшав? Что тебе сейчас мешает? Мне больно, вытягивай. Кашела лесо, это дост легче. Кашела лесо, это где? А, это флантом легче. Где? Point. Кашела, тяжело тебе сделать... Point? Да. Когда ты кончила школу тут? Сто лет назад. Два года. Два года. И нака, а это корсуль, ма, инфла, каха, ма, ты упала, как ты упала? Когда ты получила растяжение. Ага. Пам ревит? Четвертый раз. Лама де корела кол, мазол пам юдат? Почему это все случается четыре раза, знаешь или нет? В каких моментах? Почему это, знаешь почему это? Я думаю, потому что я... не контролирую. Эйна фан. Пам рвит במשך כמה זמן? שנתיים. שנתיים? Вот. זה כואב? בלית. כואב. Где? Какой мне день?
Welcome to Israel. Yeah, maybe, maybe. Waiting for you. Maybe, I don't know. I'm waiting for you. Okay, goodbye. Bye, thank you. You call me. I give telephone. Yeah, I heard it. Okay. Okay. Добрый день, Мария. Ну, с вами мы увидимся. До свидания. Спасибо. Нет. Так, что делать? Дмитрий Иванович, вы завтра с утра будете? Он 10. А что вы? Кто там будет? А у нас здесь обычный трудовой график. Надо уже день достать. Если очень расскажите. У вас сломался... Что это спин? Какой аппарат? Жизнь сегодня. Жизнь? Ну... Все, жизнь можно поправить. А вот с аппаратом хуже. Тепло. יש פה זה, יש פה, יש שטף דם. לא בקרסול, הקרסול הוא בסדר. ниже есть у нее невоспаление кровеносное, как кровь гематома. Гематома. פה, בין ה... הנה, בין ה... תראי למה הוא גמטומה יש, הוא בקר. פה יש שריר, יש שריר, פה. זה עושה ככה? פלקס, פלקס, פלקס. הנה. ראיתי, זה גמטומה. זה השריר, היא נפלה ככה, עשתה סטרץ' לשריר. יש גמטומה פנימית בתוכו שם. עכשיו... זה לא כל כך גרוע, כן? זה לא מצב רע. זה לא זה. רק ש... בתנועה מסוימת, כשצריך להפעיל אותו, אז הוא נותן דקירה כאילו שם. там чувствуется такую боль, и потом ты поворачиваешь. בזה. не поворачиваешь боль, вначале ты чувствуешь. זה לא בעיה, זה צריך לת... боль, и потом поворачиваешь. לעבוד פה על השריר הזה, לעשות ככה, למעלה. פלצי, надо поднять пальцы, пальцы. חזק. זהו, רואים אותו פה, רואים אותו פה. רואים אותו פה. עכשיו, חופשי. עכשיו חופשי, וצריך. там внутрь зайти надо. ככה. פריקשן. ну вот там вот это должно работать. 5 דקות. 5 минут надо там так делать. ככה, 5... значит, пальцы и... да, да. ну, доктор знает. ככה, לעשות את זה, 5 דקות ל... ככה, לחפור, אחרי זה לשים על זה קרח. потом надо положить лед. так. זה 10 דקות. 10 минут лед. ואז זה לא בעיה, זה לא... זה לא... אם זה בלעוד שייך פלס איזה פרפסה, ככה יכול להיות שיש לי פודפס. да. так. сегодня я даже ее не видела. она вчера работала тяжело, она сегодня... как это может... если я тебе оставлю, да? хорошо. когда? я тебе напишу, чтобы написала, да? а может быть мы с докторами? нет, 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 это намного легче будет, чем она видит ее в классе. а как она? да. а как среди... нет, окей. А, вот секунд. Так вы поняли, да? Да, я поняла. Поняли, да. Она может подписать. Да. Если у вас вопрос какой-нибудь, вы хотите спросить? Да нет, ну вопрос. Ну, он, как говорит, продиагностирован, но есть, есть этика такая, так сказать, у меня, когда мы искривляем. Поэтому она и... это у тебя толчковая нога? Да. Это толчковая нога. Значит, первое, это надо смотреть позвоночный столб. Почему у нее это часто случается? Здесь у него, правильно он говорит, что внутри сустава гематома.
Ну, у нее не в суставе. Не в фаланге. Здесь фаланги. Не фаланги. Не фаланги. Здесь... Не фаланги. Не фаланги. Он говорит, что в мышцах. Там же бы шли же. В мышцах, да. Ала метатарсус. На мышце, не в суставе. Нет, но здесь есть сползание сустава, этого маленького суставчика. Он не стоит на месте. Он хумаш там был мед перед бомбом. Вот она. Щелчок, да? Да. Вот, вот. Это не сползание. Фаланга съехала немножко. И там внутри в суставе гематома. Потому что она. Он говорит, что не сюда, вы говорите, что сустав. Да. Вот сейчас я. Вот смотрите, что я делал. Я делал оттяжку. Да, да. И да, вот да, это вот движение. Да. И у нее оно тук. Да, да. Он встал. Есть еще вот движение такое. Понимаете, вот это. А я уже я вставил, я уже эту фалангу поставил, вставил. Это сейчас, вот сейчас я и выдергиваю немножко вперед вместе с этими фалангами, чтобы освободить стопу. У нее боли, понимаете, у нее боль от чего? У нее она с полупальцев на пальцы встать не может, да? С полупальцев на пальцев. Потому что здесь у нее сползание, понимаете? Не стоит на месте. Но проблема отсюда, от того, что у нее, когда она приземляется, то у нее координация, вот, понимаете? Тем более эта нога толчковая, это опорная ее нога, толчковая. Ну, вы делаете, он делает правую сторону, я на самом деле уже открутились, обе стороны используете, и доверну сторону. А? Ну, всегда правую, никогда левую не будете? Вот она еще, она, у нее связки очень слабые еще, вот эти. Знаете, вот у нее, смотрите, болтается еще где. Вон. Вот. И вот сейчас попробуй с полупальцев на пальцы вот сразу встать. Попробуй. Легче, нет? Сразу. С полупальцев на пальцы встать. Легче стало. Посвободнее. В принципе, да. Сползай. Отлично, отлично, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Так ты знаешь, где его найти, да? Да. Проблема найти, да? Это не проблема. Ага. Просто понимаете, какое дело? У нас, у русских, знаете, какая проблема? Они мальчики кашелах лимцо, то хим злоба, я говорю, это лимцо, то ху по Значит, у нас, у русских, одна проблема. Свое не ценим, чужое признаем. Поэтому все русские таланты поехали на Запад. Вот. Тем более она девочка молоденькая, она только пришла в театр. И она считает, что ко мне в кабинет попасть очень трудно. Трудно попасть? Она считает так. А на самом деле? А на самом деле это не трудно попасть. Как хочешь, вливай в дневник и запишите меня. Хозяин, завтра, пожалуйста. Вы его удивите, скажите сейчас. Значит, дело все в том, что я, когда я езжу на гастроли, а очень много, я всегда интересуюсь работой хиропрактора. Вот это то, что я сейчас сказал, для меня меня убил один японец. Уйотики. Я у него попрактиковался дважды, один раз 10 дней и один раз дня 4. Да. Все травмы стопы, тазобедренного сустава, связаны с неправильной координацией или сколиоза где-то, так сказать, позвоночник. Особенно у балерины. Знаете, да. Я нет, маленький это человек, я только это 20... наоборот, это, так сказать, я, это общение. Это 25 лет я только работаю в этом деле. Но я еще не встретил балерину, где-то балерина красавица, что у нее был в порядке позвонок.
Я не Фелис. Знаете, даже у Нины известная. Ну так о чем мы разговариваем? Все они же это... с прямыми, кривыми позвонками. Это и... все абсолютно верно. Да, о чем разговариваем? Нет, я говорю, что проблемы стопы. Я не говорю, что у них... Не только стопа и нога, и стопа, и же... Это все правильно. Головы у них в порядке. Или балерина есть? Головы у вас в порядке. Я вижу, зарплату у вас будет тоже лучше. Будет. Скажите, а как вам сейчас платят? Как? Сколько вот не вы, вот кардиобалеты, сколько получаете? Нет, я думаю, что где-то 900. Сколько? Миллион где-то. Миллион, это значит по долларам? 200 с лишним долларом. Мотаем долларом. Это хорошая зарплата, но в Америке намного больше получают кардиобалеты. Без работы 600 долларов получают. 200 долларов. Не имеет значения, сколько вечеров вы танцуете. Профессионально. Что-то они потеряли у меня, а что-то я. Мне вот любопытно, как наши заведующие, эти движения, которые для меня, они новые. Конечно. Мне бы хотелось знать, а почему бы обогатиться? Именно поэтому? Это вот. Именно поэтому и... Наоборот, это здесь как-то учиться, как Ленин говорил, никогда учиться. Вот эти афоризмы его... Поэтому рецепт. Мы пригласили Славу Ковальского сюда, пригласили вас на 2 дня, и я надеялась, что бы была конференция. 2 дня конференции. Можно было бы. Но это руки музыканты были. Почему? Меня вот сейчас интересует как раз это самое, теннисист, музыканты наши, скрипачи бегают. С проблемой. Да. Чего вы уже там не делаете? Мы обменяемся с вами картинами. Эти вопросы еще раз мы обсудим, потому что если мы будем ставить еще раз, персонально, учитывая, что вы лечили Синди, который живет. Да не только Синди, это я уже, так сказать. Через 2 блока отшпали. Вот, это нет, не в этом. А просто любопытно, интересно. Я вот и говорю, где бы я ни был, всегда так все смотрю. Лечение. Да, вот это уже на бородках в Советском Союзе. Что самое, там набор. Все анимации комната, а ты дуин. Вау, вау, очень приятно. Спасибо. Але Палестайн, Барусі, Софлі, Махік, Долін, мать його читає на русском. Он же не за мене доведає. Я скажу, що ми із Мінська, в Білорусі. Ні, з Гамбієм ще десь, а я теж із Мінська. 19. Гамбієм, не Білорусі. Ми на чому доводимося, ми таким не доводимося. Ее можно вылечить? Он вышел, не проблема, я не вижу проблемы, чтобы... Играть можно сейчас туда лечить? Силы никогда не надо ничего делать. Силы ничего. Я извиняюсь.